Итак, ребята, всем привет и добро пожаловать на мой скромный канал. Сразу хочу сказать, сори за мой голос, я немного приболел, поэтому нету стримов, поэтому видео выходит не то, что я планировал. Итак, сегодня речь пойдет о теме, которая еще в принципе висит в воздухе, но процентов на 90 я знаю, как она закончится. Тема будет об альянсах. Кто следит за моим каналом, те видели, что я уже выдвигал данный видос с данным предложением админам и отправлял им. Помимо этого, КЛ клана Ревалии, Майк, сделал голосование, поскольку он написал админам, и те сказали, что проводите голосование, и от голосования мы будем отталкиваться. Мне лично админы ответили, что если КЛы будут не против, ну я так предполагаю, что КЛы это лепесин и покерист, то он без проблем включит. Но на сегодняшний день при голосовании в положительную сторону, при нытье там каком-то недовольстве, но все же, если посмотреть, зайти на форум, там больше 30 голосов плюсом и где-то 13 минус. По-прежнему ничего не происходит. Да, с одной стороны, я согласен, что мы не вовремя затеяли эти все голосования, потому что большинство людей, которые действительно могут на это повлиять, они сейчас играют на новом, и их это не совсем касается. Но безразличность тех игроков, тех КЛов, которые свалили и не принимают в этом участие, меня поражает. Вам разве нравится играть в этих помоях? Разве вас прет вот это вот такое? Либо выскажите хотя бы прямое свое мнение. Да, да, нет, нет. Я не знаю закулисных всех этих встреч, что ответили КЛы. Какая позиция у покера, у лепесина, мне, к сожалению, неизвестно, поскольку я там не бегаю, на данном этапе я там не играю, и заниматься этим для этого деградантского комьюнити, которое там осталось, ну, мне не очень хочется. Опять же, не все, ребята, но вот эта часть дебилоидов, которые там тусят на Дина, вот эти бубочки, всякие ПХПшки, вот эти дегенераты, ну, в общем, там хватает дебилов процентов 70 точно там. Те, кто меня смотрят давно, они знают, что в последний где-то год я бросил все свое направление на улучшение сервера и очень много и часто его критиковал. И очень много прилетало тому же админу. Но история с голосованием, история с предложениями альянсами мне перевернула все вверх дном. И я кое-что понял. Мне надо было это понять, может я даже это понимал, но не признавал, что все ровно да наоборот. С момента, когда я обратился к админам, за ним закрепился такой прикол, как сваливать ответственность на кого-то другого. То есть ты обращаешься к админу, владельцу сервера, который устанавливает свои правила, который рассказывает, что где как будет, который всегда решает, как судья, что где, кто за, кто прав, кто виноват. С просьбой, что нужен альянс, а он говорит, ну как решат КЛы, так вам и будет. Ну ты же админ сервера, это же твой сервер. И когда люди приходят, приезжают в чью-то страну, приходят к кому-то домой, то они всегда используют правила той местности, где они находятся. Поэтому скидывать ответственность на людей, это как минимум глупо. Именно из-за этого сервер и помойка, именно из-за этого там ничего не будет толкового. Так и будут бегать эти куча дегенератов, которые будут собираться дебилоиды, типа тусик, типа вот этих всяких мракобесов и дебилоидов. Ну, в общем, я задолбаюсь их всех перечислять. Кому интересно, о ком я говорю, зайдите просто на форум, у вас глаз начнет дергаться от этой неадекватности. Вообще, я считаю, что EuroPvP максимально деградантный сервер. Поймите меня правильно, я не пытаюсь катить бочку, я не пытаюсь всех оскорблять, но комьюнити этого сервера просто запредельно деградирующее. Мягко говоря, это помой, просто. И сервер такой, потому что люди такие. Да, в принципе, весь мой гнев, как я повторюсь, был кинут на админа, но в частности, когда было проведено голосование, я понял, что в целом я зря тратил столько времени на админа. На самом деле, админ там только второстепенный. Оказывается, люди, которые там играют, настолько деградировали, настолько тупоголовы, что именно из-за них сервер такой. То есть админ давно не принимает сам никаких решений. Админ завязан от КЛов, от положения, от какого-то нытья. Но обратите внимание, все, что он делает в последнее время, да, может, так и всегда было, это
отблески того, кто где что-то написал на форуме, кто-то ему поплакался, может кто-то ближе знакомый. История с луками, просто в любой момент взяли их подрезали. Истории с какими-то псевдоапами, с какими-то пропажей ДПСа. Всегда админ прислушивался к комьюнити. Автоматически админ получается, ну, косвенно, да, не виноват в том, что сервер такой сегодня без альянсов. Админ ссытся просто сделать альянс, боясь потерять комьюнити, которое на сегодняшний день там есть. Но у меня для тебя, админ, сюрприз. Что бы ты ни делал, какую бдичь ты ни творил, единственное, что тебе не нужно трогать, это ММУ. Все остальное можешь балансить, экспериментировать, удалять, добавлять. Комьюнити EuroPvP на 95% это мага-дрочеры. И если ты не будешь трогать ММУ, с остальным они смириться смогут. Потому что это комьюнити терпило. Их ничего не волнует, лишь бы ты не трогал ММУ. Я буду максимально злой, я буду максимально дерзко разговаривать. Потому что, ну, давайте по факту, хватит жевать сопли, мне уже фиолетово, я там не бегаю, и я расскажу то, что я считаю нужным. Ваше мнение я жду в комментариях, ребята. Если вы не согласны, если я где-то что-то не так сказал, пишите, я безусловно с вами поговорю. Сразу попрошу, нейтрально, вне зависимости от того, как вы ко мне относитесь, нейтрально, максимально просто. Ну и корректно, я имею в виду, что... Не прав потому, что они там балабол, как на форуме вот эти дебилы пишут. Итак, на самом деле админ дорого заплатит за свое вот это содействие вместе с кланами. Админ уже давно потерял голову. Я не знаю, на каких отношениях это все строится, но все моменты, все какие-то ключевые дни, открытие серверов, там... Ребаланс там Алиуде, еще каких-то скиллов. Все это подвязано в большинстве случаев. Он это делает от просьбы КЛов. То есть если ему напишет какой-то Липесин или какой-то там покер, или приближенный там, к примеру, Зузу, я не знаю просто, кто еще там к нему ближе. Именно от этих людей он и прислушивается, и ребалансит, и делает какие-то вещи. Все остальные вокруг ничего не значат. И вот это очень важный момент. Вообще фиолетово ему, что будет происходить. То есть ему приходят, говорят, здесь вот так вот луки задолбали, все, луков порезали. Нигде не написав, никому ничего не сказав, все, вырезали просто класс, изуродовали под, ну там, и вот это формат EuroPvP. И мышление того, что я вот почитал на форуме, я ужаснулся, как мне написали какие-то дегенераты. Первая фраза, что меня повергла в шок. Это то, что нам не нужны альянсы, потому что люди, находящиеся в кланах, не захотят менять значок. Я вообще не понимаю, где вы рождаетесь. Это что вообще за полоумные дебилы? Что у вас в башке? Из-за значка не делать альянсов? Прямо у меня нет слов. И вот после вот таких фраз я понял, что этот сервер безнадежен, что эти люди привыкли жить в этих помоях, гнить в этом дерьме, по КД друг друга обсырать, и они этим питаются. И помогают безнадежно. Я не знаю, они даже не больные, они безнадежно просто безнадежные. Вообще в кашу просто безнадежные. Когда ты приходишь, пытаешься им помочь, как-то разнообразить что-то, для них что-то делаешь, ты всегда будешь виноват. Это как стримом. Я стримлю, потому что сервер дохлый, потому что там вообще никого нигде нету. Они, эти же люди, для которых ты стримишь, тебя же обсырают. Стрим говно, 10 человек смотрит, при том, что на сервере играет 100 человек вообще. Блин, абсурд просто. И вот после этого я понял, что сервер говно, потому что вы говно. Потому что вы сидите, ничего не делаете, ничего не пытаетесь решить. Потому что вам сегодня так комфортно, и вы боитесь каких-то перемен, вы ссытесь тупо кипятком. Вы знаете, я обращаюсь к вот этим членососам диновским, короче, что вы и так ничего никогда не могли. А когда будут альянсы, и по мини. Но в защиту этого я скажу, что у вас хотя бы появилась нормальная возможность примкнуть к какому-то говноклану, такому же, как и вы, и попробовать на что-то повлиять. Но вы слишком тупоголовы, чтобы это понять. К сожалению. Ну, какой сервер, да? Ты, не, какие люди, такой сервер. Вот это будет более правильно. Раньше я думал наоборот. Какой сервер, такие люди. Но это не про... Также мне еще на форуме ныли, что я там подлизываю админу, назовем это так, да?
настолько тупоголовый, что я целый год бомблю, может даже больше, я бомблю на сервер, я его критикую, я админу как кость в горле. Они меня там походу уже ненавидят, потому что я какие-то баги, я какие-то приколы, я все это показываю, все это монтирую. Они мне вряд ли рады, поэтому мышление о том, что я кому-то что-то там лежу, это прям тупорылейший абсурд, ну хотя да, кому я объясняю. Меня на самом деле поразила пассивность вообще сервера. Оказывается, самому серверу не нужен альянс. При том, что ребята зашли и проголосовали в большинстве случаев за, я на 90% уверен, что админ не осмелится просто сделать альянс, потому что он сыт. Он сыт и он не понимает. Он здесь не играет и он не знает, как это устроено. И уже, я ему уже как на пальцах объяснил, что на смену одного альянса придет другой. И уподобаться стилом или резом и идти у них на поводу, ты за это дорого, админ, заплатишь. Рано или поздно люди сядут тебе на шею и будут творить дичь. Я напомню, самый конкретный момент — это то, что тот же Лепесин, тот же Покер будут говорить за или против альянсов исключительно под свои правила, исключительно под свои удобства. То есть если Лепесин поймет, что он не сможет управлять альянсом, не сможет его собрать, или Покер скажет, что к нам никто не примкнет, они не будут действовать в интересах сервера. Они будут действовать исключительно в своих интересах. Господи, да это дебилу понятно, ну зачем я это объясняю? Я такое ощущение, как будто как детям каким-то в школе объясняю. Но при этом надо у них спросить: алло, Лепесин, вы не против? Алло, Покер, алло, Зузу, кто там еще у руля, я не знаю там. Ну это же абсурд полный. Лучше, конечно, делать вонючие 69, вот эти подсосы, устраивать, короче, как там лагеря бегают за стилами и кричат, что стилы бегают за лагерями. Потом берут к себе бубочку, ну прям странная тупорылая дичь. И вы ноете, что это 69, у вас появляется возможность это исправить альянсами, но вы в себе настолько не уверены, что вы не можете за это даже проголосовать, а админ просто бесхребетный, ничего не может сделать. Это в сраку гребаный стыд. Комьюнити EuroPvP просто на самом деле желает лучшего. И когда ты бегаешь на более адекватных ровных серваках, ты понимаешь, что господи, на что я тратил эти годы. Да, безусловно, я ни о чем не жалею. Это хороший урок, и все было круто. И будет время, будет возможность, и я еще побегаю, если, конечно, админ там меня не забанит. Я уже ничему не удивляюсь на этом говно-сервере. А говно-сервер не потому, что он кривой, да? И вот меня очень убила фраза, ну, опять же, я говорю, сейчас мы разговариваем о людях, которые сидят на форуме, а там просто интеллекта ноль. Там вообще ничего нет. Я не знаю, откуда их повырыгивали, где они, как, кто их воспитывал, но это просто жопа. Это просто жопа. Там есть адекватные люди, которые заходят. Нужны альянсы потому что, не нужны альянсы потому что. Я за или я против. Спасибо вам, ребята, кто в этом участвовал. К вам никаких вопросов. Но дебилоиды, которые пишут: не надо альянсы, потому что картинку не захотят кланы менять. Иди вздернись, чувак. Это прям вообще жопа. Ой. Если продолжить тему комьюнити EuroPvP, то это тот формат людей, которые по сей день, когда уже вроде там двадцатка лет, может, я не знаю, может кому-то и нема там, но грубо говоря, 20-25 лет, предлагают на сегодняшний день, играя по 5-10 лет в игру, залуков 1 на 1. Это просто жопа. Я когда это слышу, для меня этот человек просто большим интеллектом и умом резко перестает блистать. Комьюнити EuroPvP — это те, которые реально срут себе на голову. Которые вот привыкли жить в этих помоях, да, как свинья в грязи. И им ничего не надо, им никто не нужен, лишь бы не трогали ихние классы, все. Как только админ апнул суммонеров, как начали мне все стонать, что, короче, бегом пиши, иди делай видео, потому что наших величественных ММов, которые доминировали всегда везде, которых 95%, уже наказывает гребаные коты. И я уверен, админ там прогнется и подшаманит так, чтобы мемы нагибали котов. В общем, это и есть комьюнити EuroPvP. И такое кривое оно, и говняное, и такой говно-сервер — это потому, что вы такие. И потом уже виноват админ. Уже потом. Поэтому после истории с альянсами меня как бы осенило, что кидаться надо было на этих деградантов, дебилоидов, которые здесь играют. Опять же, не все, господи, потому что начнут мне тут сопли жевать. Еще фраза, которая меня убила: эти дебилоиды пишут формат
по типу, ну иди, ты все равно на этот сервер вернешься, лучше сервера ты не найдешь. Господи, у меня от этого плавится мозг. Вы серьезно, дебилоиды, думаете, что это лучший сервер в Рунете или вообще во всем мире? Не позорьтесь, господи, никому никогда такого не пишите, как и не пишите гов на луках один на один. Я уже 100 раз объяснял, что это тупорылый сраный рандом. Ты ничего не решаешь, когда ты дерешься лук против лука. Абсолютно ничего. Рандомное УЕ сработало — повезло. Не сработало — нет. Рандомные криты. Пошли криты — ты втащил. Все остальное — это ваше больное воображение. Вам надо лечиться. Так же самое сервера. Оглянитесь вокруг. Есть сервера гораздо круче и интереснее. Вся проблема моя лично, что я здесь застрял, это то, что я очень не люблю начинать новые серваки, качаться заново, бомжевать, вот это без шмота падать. Я очень ленивый, времени у меня сейчас немного, и поэтому я зависал именно на EuroPvP, потому что я прошел эту боль и страдания, я оделся, и сейчас любому говноеду я мог бы подраться с кем-то там, бегать, навалить, найти и зафигачить, как Ситору, которого бедного так унижал, что он просто в город улетал. Я его просто задрочил, он даже мне писать перестал, он реально рыдал там мне, потом уже через время, когда отошел, с комы вышел. Ой. Поэтому думать, что EuroPvP номер один сервер, потому что он в топе номер один, это глубочайшее заблуждение. Я сейчас вам объясню почему. Ходят слухи, это не подтвержденная информация, что админы то ли владеют этим топом, где постоянно он на первых местах, то ли имеют огромную скидку, скорее всего, второй вариант. То, что он там светится на первых местах, и это типа топ-сервер, это не значит, что здесь сервер номер один. Иначе здесь бы было бы не протолкнуться. На нормальный толковый сервер там всегда онлайн больше 2000 живых игроков. Здесь же на Эпике играет, ну, человек 100. О каком топ-сервере вы вообще говорите? Проснитесь, пожалуйста. Это как дебилоиды, которые работают по 40 лет на заводах, на каких-то там или на каких-то предприятиях. Их потом как щенков выкидывают. Но при этом, когда они там работали, им рассказывают, что там за забором ничего нет. И круче работы вы не найдете. Но когда люди берут силу в волю в кулак, уходят, находят лучшую работу с лучшими отношениями, с лучшим заработком, они потом понимают, на что они потратили эти 20, 30, 40 лет. Так же самое EuroPvP. Выгляньте за этот забор, там есть куча достойных серваков. Вся проблема в том, что в частности игрокам вам нравятся эти помои, потому что вы им соответствуете. Вам нравится эта неадекватность, вам нравится эта простота. Я уверен, что много людей, таких как я, которые нафармили все, уже все здесь имеют, имеют кланы, имеют шмотки и имеют каких-то друзей. И вот именно поэтому они тут и бегают. Но на самом деле самый крутой сервак активный только вечерами, только если ты в клане стилов или резов. Все остальное мертво. И подымать можно только если, как мы вот, ревали и резы, договаривались и ходили днем дрались. Это нифига не топ. Ребята, он может быть трижды в топе, но на самом деле это говнецо. С примером могу сказать, что есть очень много классных, обалденных блогеров, интересных каких-то стримеров, которые очень круто ведут свои каналы, но их никто не смотрит, потому что никто не творит дичь. А на каналах, где какие-то дебилоиды засовывают члены в пылесосы, там творят какую-то фигню, выпрыгивают из окон, короче, жрут дерьмо, естественно, все любят трешак, все любят вот эту дичь и все сидят там. Вот именно по такому принципу и на EuroPvP. Опять же, все, что я говорю, это понятие относительное. Не конкретно я говорю, что все, весь сервер дно, что все там неадекваты, что все там так плохо. Но 100% могу сказать, что сервер дно, потому что именно вот эти все ребята, которые там играют, пассивничают, ничего не делают. И вот когда тот же Майк выставил голосование, одни и те же люди, которые по КД сидят на форуме, начали там ныть. И уже с голосования, как и в 90% любых каких-то видосов, любых каких-то предложений, эти дегенераты просто ходят по форуму и тупо обсирают людей, которые поднимают какие-то темы. Я выложил видос, где в фане EuroPvP, ну просто нарезку приколов, как мы дрались, ну кто смотрел за моим каналом, видели, просто приколы. И уже комментарии поперли, тупо уже с оскорблениями, с всякой дичью, и уже просто это видос фановый.
Здесь никого не критиковали, никому ничего не делали. Я не толкал никаких речей, просто приколов нарезал, добавил в линейку, разбавил это, чтобы было интересно смотреть. И именно уже даже там нашлись эти дебилоиды, одни и те же. Это там Адена, этот придурок, я не знаю, как у него ник в игре. Мракобес, недоносок этот, я не знаю, с какой горы он свалился, короче, с какой пещеры он вылез, ну, полоумный, просто жесть, там пишет с такими ошибками. Я, конечно, не эксперт, но там просто жопа, почитайте эту дичь. Так же само, когда сделали голосование, эти дегенераты, вместо чтобы конкретно, да, по факту сказать, не нужны альянсы, потому что все, что они смогли вырыгать, это альянсы не нужны, потому что картинку не захотят менять. Я в шоке. И тогда я понял, что для этого сервера его уже ничто не спасет, пока там такие люди. Ему ничего не поможет. И поэтому я на 90% уверен, что админ не сделает никаких альянсов. Может, он посмотрит этот видос и сделает это назло, видео исключение, но я глубоко сомневаюсь, что там что-то будет. Именно поэтому я и буду минимизировать свои действия в отношении данного сервера. Я знаю, спасибо ребятам, всех, кто пишет мне про линейку, но после этого сервера я очень сильно подустал от, в целом от линейки. И мне надо время, я сейчас приболел немного, надо будет вылечиться и уже немножко сейчас отдохну, и тогда уже второй волной попробуем уже дальше быть на дриме хотя бы, на нормальном, адекватном сервере, где и альянсы рабочие, и люди поадекватней, и есть чем заняться и днем, и ночью. Боже, сидеть и думать, что ЕвроПВП, как мне написали, топовый сервак, я вас умоляю. То, что он висит в топе, не значит, что он топ номер один. Топы большей сложности, мне кажется, измеряются онлайном. Но уж никак картинкой, да, висящая ЛА2 топ, там, или где еще там ЕвроПВП на первом месте. Просто потому, что у админа лучшие условия, он может постоянно там вешать, или он вкидывает кучу денег в рекламу. Да я вас умоляю, есть миллионы серваков с круче идеями, с офигенными штуками, и где гораздо интереснее. Мне просто впадло заморачиваться и стараться для людей, которые наверняка этого не оценят, показывать, что есть действительно крутые и достойные сервера. Астериосы, Валхалы там всякие, да, это не 1200, но в то же время серваки, где труба сколько народу, где вообще просто жопа, что творится. Ну, господи, да он, если уже так реально сгорело ЕвроПВП, на Кетру пойти, та же жопа, только в профиль. И где тогда ЕвроПВП топ? Ну, абсолютно нигде. Я вас умоляю, это тупорылое заблуждение. Ну, продолжайте верить в свою дичь, продолжайте сидеть на долбанутом дырявом сервере, где ни черта не работает и вас это устраивает, это ваше право. Я не буду за вас что-то делать, я не буду вам в чем-то как-то помогать. Я попытался, дальше я не вижу смысла. Тем более, даже если ведут эти альянсы, то я помогу ребятам одним, а эти деграданты все равно будут ныть. Что бы ни происходило, админ, что бы ты ни делал, никогда нельзя уподобаться Кейлу. Никогда. Потому что, первое, они сядут тебе на голову. А второй момент, я приведу тебе хороший пример, почему так делать нельзя. Когда ты заходишь, въезжаешь в чью-то страну, ты действуешь по ее правилам. Когда ты, я уже повторяюсь, когда ты входишь в чью-то квартиру, ты соблюдаешь правила этой квартиры. И ты забываешь, что ты админ. Ты устанавливаешь правила. Ты решил порезать АЛЮД. Все схавали и все дрались так, как есть. Ты решил забалансить суммонеров. Все поныли, схавали и бегают все на суммонерах. И это твое право, это твой сервер. И никуда эти деграданты не денутся. У них ничего, кроме этого сервера, нет. Они ничего в жизни не достигли. У них ничего нет и не будет. И тот же Бубочка. Почему он не приживается на... Я имею в виду Бубочка и все вот эти вот упорылые подсосы. Его сокланы, вот эти всякие дебилы, которые на Дина постоянно ноют, по КД там говно пишут на форуме, вот эти деграданты. Потому что у него ничего нет. Он здесь из себя что-то представляет. На другом сервере, в другом месте он будет так гавкать, но на него даже никто не обратит внимания. Вот и все. Он не имеет никакого веса в другом месте. То есть как Бубочка, человека, который мог бы что-то показывать, у которого есть онлайн, вроде бы нормально играет, но нет мозгов. Ну не дала природа, к сожалению. И кроме того, чтобы срать, разрушать, портить, он ничего больше не умеет, потому что его так вырастили, потому что нот говно, оно и в Африке говно, да? И так же самое и остальные вот эти нытики.
ты сидишь и спрашиваешь разрешение у лепесина, который преследует свои интересы, или у покера, которому вот сегодня это будет выгодно, завтра это не будет выгодно. Если покер скажет нет, а лепесин скажет да, что тогда? Кому-то ты сделаешь хорошо, а кому-то плохо. Я к тому веду, что нужно брать и делать тупо. Поставил альянсы и все, и люди будут работать с этой механикой. Альянсы всегда были, есть и будут на нормальных серваках, это не касается ЕвроПВП. И ссаться, что здесь будет доминировать какой-то другой альянс или один альянс. Господи, сейчас-то как по-другому? Как забирали стилы, так и забирают. Как забирали резы, так и забирают. Ничего не поменялось. И даже если будет альянс и будут драться опять же шрезы и стилы, наверняка так и будет, то к ним примкнут все остальные. То есть маленькие кланы будут выбирать, за чью сторону идти, кто им больше симпатизирует, именно кланам, не заходя ни в какие ТС. Я уже эту тему подымал. Я просто думаю, что админ, ты забыл, что ты админ, вот и все. Из-за того, что деграданты тебе каждый день ноют, а ты ведешься на эту всякую дичь, мне тебя жаль. Ну вот честно. По-хорошему жаль. Я надеюсь, ты когда-то пересмотришь свои решения. В принципе, кое-как вы занимаетесь сервером. Не сказать, что вы вообще там безнадежные. Мне очень нравится ваша техподдержка. То есть вам всегда напишешь, вы всегда отвечаете. За это вам огромное спасибо. Но формат, конечно, ответов вам бы подкорректировать. Когда к вам обращаешься с проблемой, хотя бы отвечайте правильно. Не так, как я хочу, не подумайте этого. Ну, к примеру, когда я вам показываю проблему, вот здесь есть баг, да, как сейчас есть баг, когда ты открываешь статы в линейке, меняешь шмотки, статы не меняются. Я не знаю, я уже просто там не играю, поменяли это. Но у меня, когда я снимал хэви, одевал лайт, статы не менялись в иконке. Вот просто они висели у меня, вот зависли и все. И когда ты обращаешься, говоришь, вот есть такой баг, тебе отвечают, ну у нас такого нету, мы такого не замечали. Вместо того, чтобы сказать спасибо, мы разберемся, там, я не знаю, наградить. Вместо того, чтобы людей, если они найдут какой-то баг, узнают какой-то прикол, на нормальных серверах за это поощряют. То есть, если вы увидели, сняли, что кто-то, используя баг, получил какое-то преимущество, то человека, который использовал баг, наказывают, а человека, который показал вам эту проблему, поощряют, ему что-то дают, там колов 10, я не знаю, 100 фашек, да что хочешь, господи, да что за отношение дебильное, почему я должен чему-то учить и что-то советовать. Но, к сожалению, я как бы разговариваю со стенкой, и ничего этого не будет. Потому что отношение админа еще было ясно давным-давно, еще тогда, когда реально мы обращались, когда у нас замок забрали с помощью бага, и ничего не произошло. Ни замок не вернули, ни наказали никого. Ну и по сей день отношение у админа вот такое. Если вы это пересмотрите, к вам люди потянутся. Если вы начнете адекватных людей адекватно мыслить, адекватно слушать, хотя бы полазьте по другим сервакам, посмотрите, как это круто, когда работают альянсы, какие замесы, как круто. Ну блин. Либо зайдите на сраных твинов и побегайте на сервере без клана, без резов и без стилов. И вы поймете, что заниматься здесь на сервере нечем, делать нечего. Сервер просто мертвый. И даже когда есть эпики, дерутся резы и стилы, все остальные такое вот на евробосса выходят пострелять. И все. Можно выходить просто вот по будильнику, заходить на евробосса, пострелять кого-то в спину, тебе за это там нагнут, что ты такой плохой, и выходить. Все. ЕвроПВП. Топ игра 21 века, алло, проснитесь. И именно поэтому сегодня линейка умирает, потому что вы деградируете, потому что вы все упрощаете. Линейка жила и пережила бы еще тысячи игр, если бы вы прекратили все минимизировать и упрощать. Линейка должна быть отчасти сложной, она должна быть отчасти непростой, она должна давать какие-то задачи. А сейчас нубл, получатель, добил моба, квесты какие-то не надо делать, ты их можешь купить, с клана выходить штрафа нету, зарич вообще порезали, все для просто для каких-то дебилов. И получается, вы слушаете бубочку дегенерата, но вы не слушаете адекватных людей, которые готовы с этим заричем бегать и гонять эту мразь. И админ, вот твоя проблема в том, что ты боишься экспериментировать. На новом можно апать какие-то классы, можно
вставлять какие-то альянсы там. Ну, пускай альянсы, ладно, это сильный дисбаланс, потому что старт первый месяц я вообще не беру в расчет. Для меня новый вообще не показатель. Поэтому, ребята, когда вы мне пишете и говорите, что посмотри, как мы кого-то где-то душим на новом, это не показатель. Пусть вот эти душильники зайдут на старые и в равных условиях покажут то же самое. И вот тогда я скажу, да, красавцы, да, смогли, да, молодцы. Вот как резы, да, заходят и душат стилов. Это достойно уважения. Либо наоборот. Но когда вы, имея преимущество по шмоту, по онлайну, вы душите там тех бедных лепесинов или каких-то резов, там пару коллег резов бегает или пару коллег там стилов, и вы их душите, а потом говорите, смотрите, как мы гнем резов в целом. Это не показатель. Для меня новый вообще не показатель чего. Но тебе, админ, можно было бы заходить там все, тестировать, апать какие-то классы. Я уже говорил, пробовать. Либо на олде. Если ты кого-то заапал, вот как в данном случае заапали суммонера, и все начали ныть. Это нормально, потому что изначально все ММА-дрочеры, я считаю, это хорошо, что суммонеры сейчас есть. Что ММом будет хоть какой-то здравый соперник. Это хорошо, это плюс. Но, естественно, все, кто на ММах, их прям это бесит. Не знаю, пишите в комментариях, порезали суммонеров или не порезали, но мне весь ПМ тогда еще списали, что суммонеры теперь number one, и у ММов шансов нет. На тесте мы бегали, и я смотрел, что разница на тесте лук работает лучше, чем на олде. Значит, какая-то псевдомагия есть. Значит, что-то химичит. Следующий видос я постараюсь, если у меня получится, принесу свои доказательства того, что луки работают некорректно. Там надо посидеть, помонтировать, записать хорошо голос и посмотрите. Может быть, уже все там изменилось, потому что я не играю сейчас на евро. Но я покажу то, что было. Сомневаюсь, что там что-то поменялось, по-прежнему творится всякая дичь, но все же. Ваше мнение, ребята, я прошу высказать. Видео очень жесткое и жестокое, грубо говоря. Я задолбался просто смотреть в зубы, да, и вот это читать эту бредятину, поэтому я постарался недоумком с форума ответить вот этим псевдонытикам, которые там вечно против. Я согласен, что вы имеете право сказать, что альянсы не нужны, это лишняя механика, окей, там, но не потому, что картинка не подходит. Сраку тупее коммента я вообще не читал. Не потому, что там типа я админу жопу лежу, а сейчас что я тогда ему делаю? Это вообще просто гребаный абсурд. И писать, что евро топ сервер, ну это на ваше усмотрение, честно. Ну, мне столько людей написали, прям десятками мне писали по поводу кидалов и писали, что сервер невыносимо кривой. Прям десятками мне писали, мне на день могли по 3, по 5 человек писать, что это за бред вообще, как это вообще работает. Немного у людей уходили бы с фразой типа, да тут вообще жопа полная, как эти классы тут работают. Кое-как там, да, сбалансированный типа там ММ. И все, остальное все мертво. Но комьюнити Европ.УП это все устраивает, поэтому я не буду переть просто против всего сервера. Мне фиолетово, оставайтесь там, загнивайте там на своем чудо-сервере, топовом сервере номер один, который висит, дело ваше. Будет у меня время, я зайду еще что-то постримлю, где-то пробегусь, но в целом играть у меня на этом сервере желания нету на данном этапе. Может что-то когда-то поменяется, чтобы зайти, если появится третья сила, если реализуют альянсы, я бы хотел бы зайти и колотить бы как бы ребят. Классно фанится. Огромный плюс, скажу, единственный на Европ.УП, это что мне очень нравится, в отличие от других серваков, это комьюнити, помешанное на PvP. Прям вот дофигища людей, даже неадекватов. Очень много скилловых, крутых игроков, которые готовы драться сутки напролет. Конечно, это сопровождается диким неадекватом, всякой дичью, поносом, но дерутся очень круто. Я много раз замечал, даже на том же Дриме играют люди послабее, чем на Европ.УП. Ну, не все, понятно, но вот в этом формате. Так что единственный плюс Европ.УП это то, что люди помешаны на замесах, драках, фане, нигде никакие эпики не пропускаются, за все дерется, за все хватаются. Это круто. Все, ребята, ваше мнение, жду в комментариях. Что вы думаете по этому поводу? Мне будет очень интересно. Видео вышло злым, так что давайте в комментариях развлекаемся. Все, всем спасибо, всем пока, всем удачи.